идущие с песней в бой. Без страха в свинцовый дождь вас Георгий ведет святой, крылатый и мудрый вождь. День добрый, на связи я, Мкабаски. Сегодня мы продолжим с вами проходить Викторию 2 за Российскую империю. Это 18-я часть 6-й партии. И сегодня нас ожидает много новых войн. Это должно быть занимательно. Так, и что там? А, да, будем сейчас есть собак. Ну, точнее, есть тех, кто ест собак. Ну да, не лишено смысла. Чего, вдвоем прям идете? Да вы чего? А, ну если только... Так. Ну да, где флот? Флот. А, да, точно. Плывет. Русский ком... Ну, сейчас перекинем их. Лучше, да, лучше держать их теперь по разным сторонам. В смысле, в одной точке толпиться им абсолютно никакого нет. Эти скоты улучшают отношения. Надо поссориться с ними окончательно. Ну да, чтобы уж наверняка. Хотя есть одна проблемка, от которой мы напрямую не застрахованы. То, что ВБ может начать их кушать, захотеть вернуться. Вот это плохо будет. По крайней мере, радует, что есть столичный регион, а вот это лучше скушать. Чтобы границу как бы убрать. Но это опять же не 100% гарантия. В этой игре вообще никаких гарантий не бывает. Ну ладно, придумаем что-нибудь. Зазнайский край. Предложите нам. Я поддержу. Вообще первый престиж у нас. Почему ХВП? А, ну сейчас я перезапуск сделаю игры. Ну, в надежде на то, что в таком случае они согласятся. Есть вероятность, что игра посчитает, что... А, сразу перевес по силе очень большой все-таки. Первые и третьи армии. Как-никак. И может быть они такие, ой, а мы хотим отделиться. Ну, не исключено. Просто я хотел бы видеть Венгрию здесь. Нет, хотите... Ладно, давайте в кризис не вмешиваться. Пусть разбираются сами. Раз нас не позвали, я бы поддержал, и я думаю, что кризис бы разрешился. А вообще, по идее, они должны к нам в первую очередь обратиться. Там по престижу идет расчет. Мы же первый престиж. И первая страна. Чего-то ВБ. Ладно, мы в этом не участвуем. У нас тут свои терки, а у них свои. Те же скот. Да, мы заинтересованы. Ладно, убедили. Скоты. У нас сейчас оправдание войны будет стоять, да, из-за этого кризиса. Ну, здорово. А раскрывать нас могут, кстати. Это очень плохо. Ладно, по станции. А, ну ладно. А, ну там идут. Ну, нет, с повстанцами разобрались. Альянская реакция. А, ну тут... А, ну сюда и идут. Нет, все хорошо. Мы будем надеяться, что кризис решится в нашу пользу. Италия, поскольку мы с ней в союзе, да, она будет нас поддерживать. Ну, от нее толку. Блин, 13-я мире армия. Я бы союз с ним порвал просто. Промка у них, наверное, хорошая. Еще, ёлопало, 447 очков. Надо рвать с ними союз, высаживаться куда-нибудь, ну, я не знаю. Сюда, к примеру. Сицилию забрать. Сардинию. Сардиния не такая вкусная. Ну, в общем, у них тут есть вкусные земли. Что-то было бы на нарку. Ну, ладно. Так, Капская колония, да, конечно. Так, сразу строим здесь. Ну, почему бы не топливный завод? Таити, ну, очевидно, будет рыба. Так,
серого. Надо перекинуть их куда-нибудь, стоите. Норм. Микронезия. Давайте. Стоите. Что-то так скоро много будет наших чиновников. Ну, это хорошо. Опа, а вот это почти идеально. Краков. Я, наверное, сейчас перезапущусь, потому что есть очень высокая вероятность того, что кризис закончится. Ну, кстати, от Австрии уже тогда ничего не останется. Венгрия — это все ее восточные территории, по сути дела. Там останется только Италия, Австрия. Ну, Италия, Австрия, кстати, а больше ничего не останется. А, ну, кусочек Молдавии, может быть. И то не факт. Нет, он-то останется. Ну и хрен бы с ним. Чё, кризис не хотят? Причем эти еще не решили. А скорее всего на нашу сторону станут. Ну, это хорошо. Теперь надо ждать. Если Венгрия отделится, то будет имба. Я буду орать, если война начнется. Не, ну если еще СГС, Франция поддержит их. О, политологи, здорово. Наша тема. Ну ладно, ждемся. Почти 1% капиталистов в Москве тоже. Офигеть. Неплохо, неплохо. Капитал осваивается. По-хорошему, в каждом регионе должны быть капиталисты. Ну, на самом деле, тут это не так принципиально. Ой, а это у нас. Так. Ладно, сейчас разберемся. Угу. Так, ладно. Угу. Тут же транспорт есть, да. Забываю все время. Но если они совсем идиоты, они согласятся. Ну да, если Венгрия отделится, то будет круто. Угу. Все хорошо. Черногория. Окей. Светка. Нет смысла от нее. Так, подождите. А сюда. Угу. Блин, чего должен ждать? Тупо терять время. Ты дебила, должен уже сдаться. Я сделаю рестарт. Просто реально есть очень высокая вероятность того, что они прогнутся. А если прогнутся, то мы им это припомним. Но все-таки должны прогнуться. А ладно. Угу. Я орну, если война состоится. Она может состояться, кстати. Я не хочу воевать. Не, на что не надеяться с таким-то счетом? Ну просто эти еще слова свои не сказали. Они, наверное, не скажут. Но в целом они более лояльны нашей стороне. Опа! Австро-Венгрия поделилась. Поделились на команды. Мы так, стоп.
Я же говорил, тут что-то не останется. Ну вы, конечно, под свиру. Мы сразу вас сейчас выкинем. Ну все. Венгрия незалежная. А Австрия какая? Кстати, Австрия кушать уже больше... А, нет, смогу. Тут твой есть проход. Так, если только заходить. Да-да-да, можно. Венгрию кушать будем. Столица у вас в центральной Венгрии. Угу. Значит... А, ну вот это можно скушать. Чисто для эстетизма, что ли. А венгров как? Ну вот это я бы точно забрал. А дальше что-то сюда куфотит. Угу. Это хорошо. Видела там Кабацкий и сказал, что это хорошо. А из сферы мы их выкинем. Ну тоже разбираться не буду, рыбный завод поставим. А в принципе, а что разбираться, какая разница, что мы производим, где производим что. Главное, чтобы все производилось в больших количествах. Ну главное, чтобы места были. Так, Микронезия. Ебать. Что-то плохо. Прямую ли, как дела обстоят. Вообще тупо. Ха-ха-ха, серьезно? Порвали с нами. Да, я тоже об этом подумал. Ну да, хорошая база привал, чтобы здесь бы была в Сицилии. Или здесь. Да, вот это, наверное, надо. Да-да-да, стопудово. Компанию надо сделать. Скупать. Ну блин, это какой-то... Кстати, почти попробуй скоронавирусь. Это союз России с Великобританией. Блин, это, конечно, очень заманчиво, но я не могу на это пойти. Я не могу, это очень соблазнительно, но нет. Мне же ее надо кушать, мочить. Но это так соблазнительно, мы вместе можем мир нагибать. Нет, прости, ВБ, но нет. На самом деле это круто, но нет. Я могу на это пойти. Со штатами пока не собираюсь воевать. А, у них... А, ну да, национальные же земли. С кем мне дружить тогда? А вообще, супер, в ближайшее время мы собирались воевать? Да. Ни с кем не будем дружить, мы самодостаточны. Кем-то дружить. Сколько тут рабочих? Да ладно. Я разве не строю на Формозе? Не понял. Походу нет. А, нет, строится. Ну, тогда не знаю. Почему ноль? 4 дня. Так, а дальше что? Сейчас подумаем. Опа, вы с Дайнамом посрались. А вот скушать Дайнам я бы тоже не отказался. Получить доступ к этому побережью, что такое, хуй не делать. Ну, население прикольное. А вас никто не слышит. А, нет, все правильно. Я не оправдываю.
Ну давайте на цивилов тогда сразу. С Дайнамо война вообще будет несложная. Ну, по крайней мере, должна быть такой. Повысить вещей. Угу. Постепенно азиатское все починится нам. И это не может не радовать. Индия, ты меня достал. Прости, ВБ, но нет. Дай нам, зачем? Это могло быть началом какой-нибудь мощной, хорошей дружбы. Могло, но не стало. Ибо нам это невыгодно. Надо расширяться за ее счет. Угу. Ну все. Примерно 100 тысяч новых подданных на подходе. Разбить их. На самом деле, что нам тут остается сделать? Китайский гамбит, азиатский даже на своему так наступает. Нам надо будет скуфать Корею, потом Тайнам, потом Маньчжурию не отказался бы. Потом у нас откроется путь в Корею. Ну, в Корею, в Монголию. Цинхай, где столичный регион. Ну ладно, потом будем фантазировать. Гуанси надо жрать обязательно. Далее нет. Дебил напал на нас. Венгрия. Да, с Венгрией надо дружить. Угу. Сразу наступаем из севера и с юга. Почему армия? Дай нам. А Италию я уже хочу похоронить. Это выгодно. Ну все, кушаем собаку. Угу. Ну давай сразу с ними разберемся. Вас Георгий ведет святой
поставим. Хорошее приобретение будет. Нормально. Семья. Корей скоро капнет. Вот горы, выборы, кандидаты. Кандидаты. Молодцы. Молодцы, кандидаты. Скоро освободим ее. Циклон. Угу. Бла-бла-бла, Венгрия, бла-бла-бла. Почему все хотят с нами дружить здесь? Мне не понравится. Не, ну на самом деле это хорошо. Просто дружить-то мы ни с кем не будем. Капать будете, не? Вот ты. Ну и плохо. Перезапись. Зачем? Ну зачем? Зачем? Почти 70% грамотность. Очень хорошая цифра. Нас ожидает еще несколько. Еще так долго. Несколько решительных битв. Ну, потихонечку, потихонечку. Китай надо сжать, пока есть возможность, тем более цивилизованный Китай. Индию тоже не забывать, это что-то Индию. С Катой теперь улучшать с нами отношения, потому что не понимаю, что в любой момент можем кинуть его. Мы так и сделаем. Шовинизм. Какие могут быть вопросы? Да ладно вам. Хочешь замахать восстаниями? Спроси меня как? Коммуниста. Обычно, когда играешь в Викторию, тебя замахивают восстаниями либерала. Тут тебя замахивают восстаниями коммуниста. Какой ужас. Ой.
это бесит. Пипец. Словацкие коммунисты. Пипец. Ножка Дойчленда. И немцев. Коммунисты везде. Мировой коммунизм наступает. Это плохо. Он не наступит. Наступать-то наступает, но он не наступит. Угу. Мы просто не дадим ему это сделать. Корея, капай. Вы меня бесите. Угу, все. 3 090 000 нового входа. 10 000 прилетов получается. Ну, реально, на самом деле больше, тут всем сам жизнь такая. Да, обед в Корее. Ну, здорово. Так, победа в Корее, что нам дает? Так, я сказал, на границу отрываем с этими чуриками. Так, получили с вами Понял? А? Не понял, погодите. А, капсула включен. Так. Получили с вами 4 региона. А именно. Первый это Пхеньян. 872 100 населения. Провинции Чхонджин 136 470, 21 152 угля. Кимчхэк 103 440, 21 152 угля. Хамхын 96 670, 15 864 железа. Чхунчхон 25 930, 37 016 железа. И Пхеньян 39 370, 49 355 угля. Также Ванстак Саривон 610 380, провинции Вансан 109 980, 10 091 зерна. Кэсон 82 180, 881 зерна. Хэджу 90 890, 15 094 железа. И Сарион непосредственно 127 310, 15 878 железа. Получили мы также с вами, сейчас одну секунду. Да, спасибо, очень хорошо, что, может быть, пошелали. Сеул 901 900 населения, провинции Каннын 71 897, 372 зерна. Вонжу 105 010, 44 884 дерева. Тэджон 162 900, 24 555 рыбы. Сеул непосредственно 393 550 зерно. И Инчхон 168 530, 1718 зерна. А также Пусан, население 908 150, провинции Чеджу 79 390, 8037 зерна. Кванджу 10 20 370, 20 188 зерна. Пусан непосредственно 10 20 150, 20 188 зерна. Тэгу 554 420, 46 570 дерево. И Хохан 10 33 600, 47 149. По мне так просто прекрасное изобретение. Угу. Все, Корея под нами. Скоро вы будете. Ну, надеюсь, не скоро. Блин. У нас перемирие сейчас просто будет. Ну ладно. Зато будете вестернами. А много у вас населения. Ни о чем. Вообще неплохо. Не так уж мало, но не так уж много. Шансы. Южный Дайнам уже под нами. Да
начали светиться. Чуваки вообще беспалевные. Правильно, чек? Сейчас уже пишем. Хотят сдаваться рядом. Плохие приобретения. Очки кончились, да? Потерпим. Достали. Зато сейчас этническая карта должна меняться. Мы потихонечку здесь работаем. Японцы. Суринда. Даже название какое-то было японское. Да, троника, конечно же. В каждом тронике есть доля троника. Белорусы тут осваиваются нормально. О, здесь русская штриховка. Санто-Доминго, большинство русских. Сюда, в Финляндию потихонечку вступаем. То, что нужно работать. Я из карты даже не хотел снимать клайма. Бельгия, да ну нафиг ты не нужна. Почти. Маньчжурия, зачем? Юнань хочет с нами дружить, офигеть. Все хотят с нами дружить. Еще бы. Потому что те, кто не дружит с нами, те под нами. Либо вообще не существуют. Ну и скоты не сдадутся. Ладно, тупо ждем. Пять. А, уже якобинцы. Началось. Это называется, хочешь замахать меня восстаниями? Спроси меня как. Хочешь замахать страну восстаниями? Спроси меня как. У нас же демократия. Ну как. Да вот так. Ну ладно, пусть устают. Пылающий меч разит среди ужаса и огня, и звона топот копыт его снегового коня, и звона топот копыт его снегового коня. Пославист. О, реформа. Что апаем? Полпроцент. Что-то люди вообще пофиг на все. Но все-таки я протолкну вначале здравоохранение. Потому что от этого зависит на развитие нашей страны. Кстати, процент грамотности.
Кстати, по идее, сейчас восставший должен отменяться. Ну, так по-хорошему. Но они, конечно же, этого не сделают. Чего вы не сдаетесь? Скоро. Скоро. Мелькнет немеркнущий свет. Крейсер. Хорошая новость. Он линкор. Монитор уже можно снимать с производства. Мы устарели. Винус тоже. Нормально. Угу. Следующий на подходе Индия. Угу. Теперь Индия. Я и сказал. Центральная объединенная провинция, блин, Куфать. Ибо они очень жирные. Может быть, добавим цели войны захват Бихара. Дальше надо с ними разобраться. Сейчас проверим, пойдет ли за них воевать ВБ или нет. Ну да. Дальше мы с Калининградом. Мне еще интересно сейчас, насколько упоротыми они будут. Кто? ВБшники. Будут ли топить за всякую дичь? Или нет? Да ладно вам. Не бесите. Давайте, давайте, капайте. Там что-то произошло, я даже не понял. Резина поехала. Может быть, открытие. 1 440 000 новых подданных. Пылающий меч разит. Ну да, у нас это такая территория.
Эй, скоты вестернизировались. Ну, ладно. Так, получили сами следующие регионы. Хайфон 567 730, провинция Лангсон 71 650 зерно, Хайфон 134 420 зерно Тонкин, Ханой 179 110 зерно, Сонла 89 680 652 тропическая древесина, Цаобан 82 550 зерно. Потом Анам 446 520. Провинции Тханхуа 121 030 зерно, Винг 66 640 зерно, Хюэ 191 610 зерно, Турон 77 030 табак, а также Тохинхина население 626 620, провинции Куинхон 43 190 шелк, Плейку 44 450 табак, потом Донг Квай 55 220 хлопок, Сайгон 186 150 зерно, Радзя 43 160 тропической сены и Биньлонг 53 630 зерно. Такие вот приобретения. Также мы переводим Конго полноценный регион. Ничего себе. Ничего себе. Здорово. То население вроде как не маленькое. Давайте замутим здесь. Завод электроприборов. Почему нет? А сколько поселения? А, ну вообще никак поселения. Ну ладно, хотя бы так. Так. Индийский матрас. Ну, я говорил, сейчас начну делить ее. Ну да. Надо с французами разбираться. Может быть, они не доберутся туда. Есть вероятность. Но будем надеяться. Ну, я смотрю, они вообще не дееспособные. Так, Маньчжурия. Надо было сразу купить. Пусть капиталисты развивают. Сами попробовать не будем. Ничего. Да ладно. А, на мобилизации. Угу. Так. Вроде не плывут. У Индии мы будем кушать индийские объединенные пробки. Территория нашего. А какого? Вышли. Правда или нет? Монголию. Пылающий меч разит. Ну да. Среди ужаса и огня. Все это заберем. И звона, кто под копыт, его снегового коня. И звона, кто под копыт, его. Что там по резине? Она. Ну, 1/3 практически мирового производства. Здорово. Угу.
Кунзи это вообще не проблема. Надеюсь, кто-то не вытащит. Но это ничего не дало. Мандалоиды. Ну да, неплохо. У нас есть все шансы разбить всех. Так, Индия опять. Опять. Диски бьёные пробки. Так. Ну, за компанию нужно. А вы стали следить перед для счета. Монголия. Не писи меня. Я страшен, когда я в гневе. Ну, кстати, если франки в этой войне проаутируют, это будет здорово. Сейчас все на бедную Индию кинутся. Ну, конечно. Хорошая база. Сам бы сожрал. Ну, я и жру. Но это-то да. Сюда и сюда. Сейчас капнут. Хочу заметить, это с помощью старых технологий мы такую промку создали. Если были бы сырьевины, было бы вообще жизнь. Капайте, молодцы. Сторону. Я вернул бы сюда 100 тысяч подданных. Ну да, Российская империя уже будет такая эпичная надпись, такая здоровская. Ну да, это наша территория. Это мылин. Так, получили мы с вами следующий регион. Не в полном составе, но все же. Русская Маньчжурия, население 2 500 000. Цивилизованный регион, хочу заметить. Следующая провинция. Мугден 510 500, 223 106 дерева. Дзиньчжоу 170 750, 55 131 дерево. Жирымчуган 38 380, 174 дерева. Гирин 237 340, 33 110 железа. Мингута 176 520, 4447 угля. Цицикар 702810, 164255 угля. Айгунь 392730, 92644 угля. И Маньчжоу 395789512 скота. Поэтому строим здесь солдатских фигуров тоже. Надо наращивать производство. Так, следующее у нас мишень — это Монголия. Именно. Ну и Индию пока. А, с Индией все в порядке. Ну там капку хотите? Ну это зря. Это для вас же уже благо. Кстати. О, добавить цель можно. Давайте прям сразу же скушаем Бихар еще. Бихар.
О, кстати, перемычку до сюда получим. Здорово, правда? Агась. Да, прыщем. Значит, кого я прогуливаю? И Пал! Карл, не Пал хочет кушать Индию, серьезно. А кстати, а ты. А, ну. А это очень жирный регион. А с другой стороны, не Пал скушаем. Весело. Еще и затащит. Да запросто. Ну, шкафните. Да ладно вам. Угу. Фэрбэнкс, да, конечно. Сахарку. Ай, не туда. Кстати. Это должно быть какой-то мем. Даже не знаю, где. Произошло. Да ладно, Индия, ты сейчас не в том положении. Среди ужасного огня. Вообще не понимаю, как они с таким сильным мутируют. Надо постараться. Телефонный завод, здорово. Да ладно вам, индусы, не бесите меня. Угу. Он тоже песню поет. Что-то эти чудаки не понимают. Примут. Было на селе 42 миллиона 390 тысяч, а теперь... Здорово. Даже выглядит довольно эстетично. Теперь вот тут попробуется. Так, а теперь у вас население... 29 миллионов 460 тысяч, нифига себе. Что-то жестко. Так, мы получили русский объем провинции 8 миллионов 450 тысяч провинции. Панипат 69 064 965 хлопка, Дехадун 397 720, 22 867 чая, Мейрут 616 990, 69 873 зерна, Дели 16 730, 53 354 чая, Агра 1 600 172 354 зерна, Канпур 152 022 221 красителей, Аллахабад 1 140 150 215 зерна. Потом Бенарес 952 900, 255 фруктов. И Горакпур 1330 фруктов. Это я, по-моему, называл. 1330 чая. А также мы получили с вами Бихар 4 миллиона 470 тысяч. Следующая провинция. Пат на 1 330 тысяч, 48 342 опиума. Гая 43 миллиона 180 тысяч, 43 788 опиума. К
Хагалпур, 862 тысячи, 610, 27, 847 опиума и Карсвари, 1 миллион 110 тысяч, 310, 263 угля. Здорово. Теперь у нас, наверное, монополия на опиум. Да, 90% первого производства. Даже больше. Даже больше. Тут что-то дофига армии. Теперь надо вас куфать. Обязательно. Сколько еще 91 день ждать? Вас не вывели. Ну ладно. Сейчас выведем. 166 миллионов населения, 250 тысяч. Сикким союз предлагает. За. Смешно. Может там в Европе погудеть? Улица Футуна. Ну, типа того. Что-то тухло. А проектов, наверное, дофига. А, ну не так уж много. Есть безработные. Угу. Дофигища. Лучше сразу прощелкать, чтобы подстраховаться. Ну да, дальше надо все. Каменный уголь. И кокс. Доктор Кокс. Ну, что-то типа. 71 день. У Монголии заберем Белоцарск, то бишь Тулу. И внутреннюю Монголию. Тем самым почти заизолируем ее. Угу. Синьцзян надо скушать. В общем, со всеми разберемся. Они же цивилы. Мы тоже цивилы. Британские коммунисты. Блокада? Надо сразу разобраться. Пау. Я что, сражался для того, чтобы кормить французов? Нет. Первая промка, кстати. Мы во всем первые. Может, получится. О, Великий Воин подъехали, круто. Может развязать Великую Войну? Например. Все бросили ее. А с кем? Ну, давайте, наверное, с Италией пока восстановим союз. А там подумаем. Что, будете воевать? Ну, а почему бы и нет? Угу. Кто следующий? Непал? Ну да, а то вестернизируется. Это быстро. Это все можно скушать. А там война за вот эту вот и перемычка. Ага.
Ну давайте, давайте. Так, война за внутреннюю Монголию. Да. Ну и заходим. Угу. А там добавится ли война освобождения региона. Все-таки французы решили их скушать. А с другой стороны, нам на руку, все равно, что нам этот регион кушать. Надеюсь, он только этим и ограничится. Ну, не исключено. Да ладно. Все. ВВП потеряли Венгрию. Здорово. Сейчас Монголия получит современные границы. Угу. Дальше можно их намочить. Было население 666 410, а теперь... Ха-ха, здорово. Угу. Так, сразу спиртзавод восстанавливаем. А теперь осталось население 361 980. Получили следующие провинции: Томск, а именно Белосарск, получили 32 300, 415 рубля, наша у нас территория. И тут сразу русских 58 оказалось. Возможно, это какой-то ивент скрытый. Ладно, потому что там вроде как русских не было. Получили также внутреннюю Монголию, население 289 120. Следующая провинция. Улан-Чапчу-Улган, 35 830, 20095 дерево. Гуйхуа-Тумед, 131 260, 306 707 угля. Икижу-Чу-Улган, 122 020, 66 544 дерево. И все. Погас. Кстати, Китай в изоляции оказывается. Здорово, правда? Погас. Угу. Ну, мы на коне. Пал Северной Бенгалии кушает. Ну, кстати, мы можем подождать, не кушать не пал, пока он не скушает этот регион, и мы заимеем сразу два региона. Это будет здорово. Ну да. Эх, как же здорово. Русская Маньчжурия, пипец. Надо ее застраивать, тут можно много фабрик замутить. Телефонный завод. Маньчжурские телефоны, самые лучшие русские телефоны производятся в Маньчжурии. Ну типа-то. Непал. Саитунгама напали, мичимали, миккали. Саитунгама напали, мичимала, каи. Ну это гимн такой у Непала. Довольно веселый, такой позитивный. Особенно его быстренькие версии. Телефонный завод. А, мы ж можем уже с несколькими совершенно великими заключать союзы. Союзы. Ну хорошо. Вообще еще живут. Они принципиально реформу не проводят. Возможно. Постарались заметить это дело, как тут со всех сторон. Тонко-тонко. Непал!
Не, Пал, что ты делаешь? За-за, прекрати. На франков надо надавить. Фабрику я добавлял телефонную, вроде как. Да. Ждем. Хорошая новость. Ливийская пустыня. Здорово. Угу. А сын регион Ливийской пустыни. Вино. Винишко. А что весело с местным ливийским винишком проводить местные холодные ночи? Сахарские. Опа, русские. Пылающий меч разит среди ужасной огня, и звонок топот копыт его снегового коня, и звонок топот копыт его снегового коня. Запад на Сахару тоже здорово. Долго боролись за эти пески. Тоже фрукты есть, значит, винишко. Угу. Будем стимулировать местного производителя. Ну, все-таки чисто, наверное, давайте. Или подождите. Не, все правильно, заберем вот этот регион, а то как-то неэстетично смотрится. А, честь надо закончить. Непал, кстати, вот он войну кинул и шо. Да не, он не заберет. Ладно, жопу, давайте его похороним. На этом части закончим. Подъехали. Подъехали с машины строительный завод. Здорово. Все. Упал. Угу. Ну, здорово. Русский Гималая. Получили Непал 197500, следующая провинция. Джумала 119840, 9967 чаю и Катманду 84667990 чаю. Знаешь, вот эту дружить кушать Сихин. И Бутан. Угу. Так, ладно. И сегодняшние итоги, какие у нас? Операция, вспомню все. Могу что-то пропустить, но вроде как что мы сегодня делали. То, что это делали. Короче, что я точно помню, это Корею раз мы слушали. Да, Корею. Второе, Дайнам. Третье, Маньчжурию. Четвертое, вернули себе Томск. Теперь все русские провинции под контролем. И внутреннюю Монголию. Скушали у Индии две пробки. Получили перемычку такую. Скушали Непал. Готовимся к кушанию Австрии. Кстати, раз уж готовимся к кушанию Австрии, надо войска правильно расставить. Думаю, это будет важно. А, ну сюда, конечно же, важно. Надо докушать. Кстати, эти земли не такие уж и плохие по населению. Тем более тут украинцы. Ну да. В общем, все хорошо. Так, ну, наверное, на этом часть мы с вами и закончим, я так полагаю. На связи был МК Васки, мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующих видео, с вами в старом добром консервативном канале. Всем пока.